Здравствуйте. О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите в этом выпуске. Сахар, соль, макароны, гречка. Зачем же я купила гречку? В правительстве региона говорят, что у нас на складах в Орловской области лежит 27 тысяч тонн. Стоит ли поддаваться массовой панике и сметать все с прилавков, расскажем сегодня в выпуске новостей. Спектакль окончен. Орловский театр отменили показы. Срок неопределенный. Что делать с купленными билетами? Уже на протяжении 6 лет подвал дома номер 12 по улице Машкарина заполняется паром. Коммунальщики и управляющие компании вместе с энергетиками разводят руками. Подробности расскажу я, Олег Рудаков. Мужское в народном искусстве. В Орловской глубинке живет мастер по лозоплетению. Главное и неизменное его желание – сохранить традиции. Как стать ближе к истокам? Генеральный партнер главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Еда не закончится. Продовольственных запасов в Орловской области, как и средств гигиены, достаточно. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков на заседании регионального штаба по недопущению завоза и распространению коронавирусной инфекции. Глава региона попросил антимонопольную службу мониторить цены на продукты питания. О чем еще шла речь в материале Виктории Юрковой. Гречка, рис, макароны, масло, сливочное, подсолнечное, консервы, сахар, соль, мука. Орловчане запасаются впрок, словно перед длинными большими майскими праздниками. В правительстве региона говорят, не стоит, продуктов хватит на всех. Небывалый потребительский спрос фиксируется областным департаментом промышленности и торговли на этой неделе. На региональном оперативном штабе по недопущению распространения в регионе коронавируса губернатор Андрей Клычков попросил департамент мониторить рост цен. Мы видим, что спрос есть, объяснение этому тяжело найти, люди запасаются, но мы с вами должны, во-первых, максимально удовлетворить этот спрос. У нас не должно быть пустых полок. За это отвечаете лично вы. Поэтому детальная проработка со всеми крупными, мелкими и средними производителями. Сергей Петрович, у меня просьба с департаментом промышленности вместе определить необходимый запас, в том числе довести этот объем продукции, который необходим региону, до наших производителей. Это и крупяная компания, и все остальные. Для того, чтобы излишки они реализовывали, но регион должен быть полностью обеспечен запасом. Отрабатывали сегодня центральную крупную компанию с Агроальянсом, в которую группа не входит. У них заявка на сегодняшний день по группе с больших сетей до 20 тысяч тонн, в связи с тем, что вот миллионников в городах вот этот ажиотаж пошел небольшой. Поэтому мы договорились завтра к вечеру, те, кто у нас имеют наличие гречиху, мы соберемся в таком спокойном, нормальном режиме, обсудим вопросы, чтобы никто ни на ком не выигрывал, ну, по ценам. Одна жалоба, оперативно был организован выезд, жалоба на необоснованное повышение цены на гречку, проведена контрольная закупка, материалы подготовлены и будут направлены в ФАС. Проведено совещание с руководителями крупных торговых сетей по недопущению повышения роста цен на товары, указанные перечни и удовлетворения спроса населения. Коронавирус внес коррективы и в образовательный процесс в Орловской области. Напомним, школьников с понедельника отправят на 3-недельные каникулы. Причем с 6 по 12 апреля они вернутся к учебному процессу, правда, дистанционно. А вот сроки проведения ЕГЭ и ВПР уже пришлось сдвинуть. Сроки проведения единого государственного экзамена будут для всех категорий одни в мае и в июне. То есть все экзамены пройдут в основной период. Родителям дошкольников, решившим оставить ребенка дома, необходимо написать заявление в детском саду, а приехавшим из заграничного отпуска сесть на карантин. При этом дадут электронный больничный. В Орловской области не введен режим ЧС. Ситуация стабильная, повторяют в региональном правительстве. У нас нет ни одного случая заболевших. Сегодня на контроле обследования находится 75 человек. Потому что за сутки 17 человек сняты из контроля. Это те люди, кто прибыл из стран дальнего зарубежья, Юго-Восточной Азии, так называемых стран риска, которые попадают автоматически под наблюдение и мероприятия по карантину у себя на дому. Пока подтвержденных случаев нет, я думаю, что их и не должно быть, поэтому оснований для введения режима повышенной готовности у нас сегодня в регионе не имеется. Виктория Юркова, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной». Между тем, фотографии пустых полок магазинов все чаще появляются в соцсетях. Виной всему коронавирус. Жители, в основном люди пожилые, массово скупают гречку, сахар и другие нескоропортящиеся продукты.
Этот снимок опубликовала группа во ВКонтакте «Город Орел». На прилавках одного из сетевых магазинов нет продуктов. Комментаторы, впрочем, паники не разделяют и призывают других пользователей не сходить с ума. Где хоть такие голодные живут? У нас на районе всего полно и в Пятерочке, и в Магните. То же самое хочу спросить. Нигде не видел пустых полок. Возможно, не успели выложить товар по одному магазину. Зачем судить? Ситуацию с коронавирусом обсудили и на Комитете по здравоохранению облсовета. На заседании глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин попросил орловчан не поддаваться панике и соблюдать все необходимые условия для предотвращения распространения пандемии. Граждане Орловской области тоже сознательные, те люди, которые прекрасно все смотрят, прекрасно все читают и СМИ, и телевизор видят, да, поэтому те люди, которые тоже возвращаются, они очень ответственно приходят с этим пониманием и выходят и на линию, горячую линию департамента, обращаются и в службу Роспотребнадзора. То есть вся эта работа проводится, поэтому здесь не нужно сеять какую-то ненужную панику. Орловчане, запланировавшие отдых за границей, отменяют его или переносят. Имеют на это право, говорят сотрудники отдела защиты прав потребителей, который консультирует всех обратившихся в управление Роспотребнадзора по Орловской области. Потребитель в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих об угрозе возникновения безопасности жизни в стране или месте временного пребывания, вправе в судебном порядке требовать расторжения договора об оказании туристических услуг, либо его изменения. В списке нерекомендованных Ростуризмом значатся 4 страны – Китай, Италия, Корея, Иран. Часть стран Европы закрыты для въезда туристов. Орловчанам, не готовым отказаться от отдыха, несмотря на пандемию коронавируса, в турагентствах предлагают альтернативные варианты. Есть туристы, которые, конечно, в панике. Они, да, просят вернуть деньги, не хотят перебронироваться. Но к нашей радости, конечно, у нас таких туристов мало. Наши туристы все адекватные, они понимают сложившуюся ситуацию. Большинство оставляют эти же направления, но двигают даты, если вдруг попадают в то время, как вот сейчас на карантин, да, стоят страны. Это такие, как сейчас Эмираты, Доминикана неожиданно тоже для нас стали на карантин. Орловские театры отменили в ближайшее время показы спектаклей. Все приобретенные билеты можно сдать в кассы театра. Также в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой массовые мероприятия не состоятся. Концерты и события, которые должны были пройти в марте, перенесены на неопределенный срок. Учреждения культуры продолжают функционировать. Запланированные конкурсы, их у нас большое количество, мы будем проводить дистанционно. Заявки будут направляться по электронной почте, рассматриваться. То есть учреждения культуры сохранят свою деятельность, они будут работать весь этот период. На особый режим переведены библиотеки и музеи. Спасская Лутавинова закрыт для посещения. Орловские учреждения открыты для самостоятельного знакомства с экспонатами. Экскурсии проводиться не будут. Продолжим через несколько секунд. Оставайтесь с нами. Партнер программы «Главные новости» – кредитно-потребительский кооператив «Сберфонд Аврора». Партнер программы «Главные новости» – «Ланта Банк». Один человек погиб и четверо пострадали. Таков итог страшной аварии в Ливинском районе. ЧП произошло накануне поздно вечером. Как сообщили в ГИБДД, столкнулись 3 машины. 50-летний водитель «Шкоды» скончался на месте, его пассажир госпитализирован. Травму получили водитель и пассажир «Десятки», а также водитель автомобиля «Саньонг». Обстоятельства ДТП выясняются. Холодной осенью орловчане с нетерпением ждут наступления отопительного сезона. Все привыкли к комфорту и уюту. А вот для жильцов второго подъезда дома номер 12 по улице Машкарина приход тепла в квартиры является бедой. Из-за пара, скапливающегося в подвале, у них вздуваются полы, отваливаются обои и появляется грибок и плесень. Длится это уже 6 лет. Как живется людям на пару, расскажет Олег Рудаков. Визит нашей съемочной группы в дом номер 12 совпал по чистой случайности с появлением здесь специалиста из управления городского хозяйства. Жильцы первого этажа сразу ввели его в суть вопроса. Сейчас все в грибке, все окна в грибке, полы вздуты. На балконе непосредственно с натяжного потолка вода текла. Она не просто лилась, она текла. И провели экскурсию сначала по квартире, где уже успело все высохнуть, но следы парового натиска еще видны. Вот смотрите, стены начали белеть, началась плесень, вот она, все. Ну все текло.
а затем по подвалу, где, собственно, и появляется периодически бесплатная парная. Вот, на видите, мокрая вся стена. Еще там видно сточек. Заизолировали вот трубу. Смотрите, сумкой замотали. Весь подвал находится в пару, из-за пара появляется влага. Влага появляется до такой степени, что со стен льется вода. В подвале? В подвале, да. Естественно, все это попадает к нам в квартиру. Происходит, появляется плесень, вздуваются полы. Вот это уже происходит на протяжении 6 лет. Был здесь и мастер из ЖЭУ. Правда, из первого, а не из 14-го, который обслуживает этот дом. В лоток вода попадает, начинает испаряться, и пар идет в эту сторону, и в ту сторону. Вот и все. То есть на том доме то же самое? На том меньше. Но то же самое. Как это можно решить, эту проблему? Ну, наверное, скрывать трассу и смотреть, изоляция какая-то. Оставим на время подвал и вернемся в квартиру. Вот что там произошло из-за пара более детально. У нас стекло с потолка просто капало здесь, сочилось из-под плинтусов. В принципе, вот там остались, вот потемнели. Стены потемнели. Сделаны влагостойким гипсокартоном. Мы специально это все делали, так как у нас стены все чернели. И обои отходили. Так теперь у нас начинает отходить гипсокартон от стен. Все пластиковые окна начали грибком покрываться. С балкона у нас комната, там начались подниматься полы. Почему мы начали еще сильнее бить тревогу? А сейчас расскажем об адресах, по которым обращались жильцы, и о том, что им там отвечали. Писали в Теплоэнерго. Вот. Непосредственно даже было обращение к депутату Вдовину, который тоже в 2015 году мы обращались, который отписал на ЖЭУ. Также мы обращались и в жилищные инспекции. Была отписка, что отписка была проведена на ЖЭУ. Опять-таки все ссылается, упирается в ЖЭУ. Все дороги в нашем случае ведут не в Рим, а в управляющую компанию. Правда, на камеру никто нам ответа не дал. Собственно, для таких структур это норма. Вот как прокомментировали ситуацию в управляющей компании ЖЭУ номер 14. О проблеме мы знаем, и проблема эта не наша. Система теплоснабжения в доме номер 12 работает исправно. Во всем виноват магистральный трубопровод. Тем временем жильцы дома готовят обращение в прокуратуру. Не внес никакой ясности и визит представителя горадминистрации, что тоже, к сожалению, уже стало делом обыденным. Мы будем смотреть все-таки общедомовое имущество, вот этот вот, трасс, который проходит, или это транзитное. И будем уже в связи с этим, потому что теплоизоляция, конечно, нам нужна. До начала следующего отопительного сезона у коммунальщиков почти 9 месяцев. Для устранения причины этого парохода времени более чем достаточно. Или только прокурорское реагирование может подтолкнуть их к действиям. Олег Рудаков, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной». Проблемы общественного транспорта и ремонта жилых домов в Орле будут решать с помощью экспертов Росатома. Представители госкорпорации продолжают оценивать городские проекты. Так, в мэрии состоялась предзащита новых проектов по повышению эффективности работы муниципальных служб. Представили также отчеты по реализации уже одобренных проектов. Подробности в сюжете Сергея Прошкина. Три уровня контроля за перевозчиками с помощью ГЛОНАСС, с участием сотрудников ГИБДД и общественных организаций. Ежемесячный график уже согласован. Об этом рассказали на предзащите проекта о контроле работы общественного транспорта в Орле. Были выделены основные проблемы, которые предлагается выявлять в ходе проверок. Нарушение расписания движения по маршруту, как в целом, так и в вечернее время, выходные дни, несоблюдение схемы маршрута, которую допускают наши водители, неудовлетворительное состояние транспортного средства. Здесь понимается как внешний вид, так и внутреннее состояние салона. Неработающий либо отсутствующий валидатор и отсутствие необходимых документов у водителя, осуществляющего перевозку пассажиров, в соответствии, которые должны быть предусмотрены, которые должны быть у него находиться в автобусе в соответствии с действующим законодательством. Недостаточная эффективность при ремонте кровли многоквартирных жилых домов. Эту тему также рассматривали на предзащите. Как выяснилось, более половины опрошенных орловчан в ходе анкетирования недовольны работой коммунальных служб. Большая часть негатива пришлась на заводской район, в котором большинство строений имеет солидный возраст. Планируется подробное информирование горожан о работе управляющих компаний и фонда капремонта. Я как такой житель многоквартирного дома вижу, что все, что мы знаем о фонде, это то, что дома будут ремонтироваться, и то, что мы должны ежемесячно платить взносы в фонд. И то, что не все знают, и то, что управляющие жители многоквартирного дома имеют право изменить форму сбора средств из общего котла, как ее называют, на спецсчета домов.
Эти проекты ждет защита с учетом дополнений и замечаний. Также экспертам Росатома представили доклады о реализации 4 уже готовых пилотных проектов. Не обошли стороной и ставшее уже традиционным посещение муниципального предприятия спецавтобаза. Здесь обсудили реализацию проекта о механизированной уборке города в зимнее и летнее время. На предприятии для гостей провели экскурсию. Было отмечено, что оптимизация рабочих мест в цехах приводит к значительному увеличению производительности. Цех с момента моего первого посещения изменился очень и очень сильно. Соответственно, людям удобнее и комфортнее работать, повышается производительность труда, улучшается качество ремонта выпускаемых деталей и запасных частей для автомобилей. Сергей Прошкин, Ирина Волкова, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной». Исторические полотна по соседству с пейзажами. В выставочном центре открылась персональная выставка народного художника России Василия Нестеренко. Экспозиция приурочена к 6-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Выставка называется «Мой Крым». Это взгляд художника на Крым, который многие любят, который многие знают. И у каждого Крым всегда свой. Сам художник, наверное, Саш, не приехал, поскольку занят росписью храма вооруженных сил в Подмосковье. Картины Нестеренко висят в Кремле и в администрации президента. Входят в собрание Третьяковской галереи Государственного исторического музея. Орловская область занимает 7-е место в ЦФО по объему производства продукции сельского хозяйства. Ежегодно бьет рекорды урожайности. А в 2019-м впервые пошел вверх показатель по производству молока. Об этом на профильном комитете сообщил руководитель регионального департамента сельского хозяйства Сергей Борзенков. Также он отметил, что эти показатели способствуют систематическому росту заработной платы в агропромышленном секторе. Значительный шаг мы сделали по такому направлению, по социальной направленности, это по среднемесячной заработной плате. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства у нас составила по итогам года 30 600 рублей. Это практически на 6% выше уровня прошлого года. Ремесленник из села Фатнево Болховского района успешно завершил сбор заготовочного материала за период прошлой осени, это зима. Он один из немногих, кто занимается лозоплетением. И вот, начиная с марта, эти мастера прекращают вычесывать леса и бреги рек, чтобы запереться заготовленными прутьями в своих мастерских. Сергей Буковский составил компанию. Вот что у людей хранится на балконе: гантели и не оправдавшие себя тренажеры, лыжи и старый холодильник, автомобильная резина, велик и банки с соленьями. У Николая Еремина, мастера лозоплетельщика из Фатнева, что рядом с Болховом, на балконе хранятся корзины. А что за запах тут стоит? Эх, это запах лесов, ивовых берегов и просек, где высятся опоры ЛЭП. Чтобы эти самые ЛЭП не заросли, Николай Викторович, как своеобразный дружинник, регулярно вырубает кустарник и заготавливает так материал для работы. Впрочем, природоохранной прокуратуре не стоит беспокоиться. Объемы вырубки невелики. Во-первых, качественную лозу приходится даже искать по всей Орловской области. Заезжал за ней мастер и в области соседние. Во-вторых, объемы производства невелики. Всего-то друзьям и соседям, да иногда на рынок. Впрочем, спрос есть. Ну вот примерно, ну сколько плету? Ну может 200. Вот. Единиц, может больше. Вот как сколько заказов, столько и плету. В широко известной сказке по бобу, выросшему за ночь из волшебного зернышка, можно было залезть на небо. Что там боб? Залезть можно было бы и по лозе, кабы собрать вместе все работы мастера из Фатнева, но сделанные им аж за полвека. По опыту самый ходовой товар – корзины. Яблоки, грибы собирать, яйца из-под куриц, картошку, сено. Хранить в них зимой хорошо и лук, и чеснок. Все дышит через дырочки. В общем, сельскому жителю такая корзина жизнь облегчает. Городской клиент корзину чаще подкомнатные растения используют. Или как гнездо для кошки. Да мало ли. Но делал мастер из лозы даже мебель. Научился от отца лет в 6, а сейчас ему 60. Он в области один из совсем немногих, кто таким народным промыслом еще занимается. Вся деревня там нашу плела, вот Сигадаева. Да, и здесь и Фатнева плели. Все плели. Сейчас как это все уходит. Сейчас уже как эксклюзив.
Говорит, если все бросить, за сутки сплетет 2-3 таких корзины. Если же лозу еще почистить, чтобы корзинка белая была, а потом, например, лаком ее покрыть, то тогда просидишь дольше. Как сидеть? Николай Викторович и рад бы показать. И к нему идут, и пытаются мастерство перенять. Да терпежу в учениках не хватает. Ведь работа требует усидчивости и таких нервов, чтоб не рвались, не ломались, как та самая лоза. Есть тут и свои секреты. Например, заготовку лозы для плетения надо делать по осени. Как лист упал, а первые морозы ударили, так и собирай. А уже в марте – стоп, если сок по лозе пошел, а почки набухать стали. В общем, этот сюжет про почти ископаемое рукоделие. Про народный промысел, которым еще может похвастать регион и орловская культура. Да только мастерство это того и гляди потеряется. Так что сюжет при всей своей виткастой простоте эксклюзивный. Сергей Быковский, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obladin.ru. Главные новости нашего региона и на «Экспресс Радио Орел» на 104.FM. Выпуски по будням каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера. На этом все. Я прощаюсь с вами. До встречи. Маша. Я вот тоже договор оформила. Так я тебе уже 2 года назад говорила об этом. Молодец. Верный выбор сделала. Теперь деньги в правильном месте храню. Сберегательный союз. Ставка 10,8% годовых. Звоните 22-20-37. Есть миф, что пингвины не могут летать. Аврора умеет и их окрылять. Желание жены для пингвина закон. И в Рим с дорогой отправляется он. КПК «Аврора». Орловский краеведческий музей приглашает посетить выставку «Мир насекомых» с живыми экспонатами, которая продлится с 8 марта по 17 мая. Здравствуйте. Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. 20 марта православные особы чтут икону Божьей Матери, споручницы грешных. Признана чудотворной эта икона была в 19 веке. Больные люди молились лику Богоматери и чудодейственным образом исцелялись. 20 марта – весеннее равноденствие. Это особые сутки, когда день равен ночи. А теперь прогноз. В Амценске возможны осадки, но ближе к вечеру. Днем же солнечно, воздух прогреется до плюс 9, ночью минус 2. В Ливно солнечно, осадков не будет, температура плюс 9, ночью минус 2. В Болхове после обеда дождь, в остальное время солнечно. Днем плюс 8, ночью 2 градуса мороза. До середины дня будет солнечно, и в Орле к вечеру синоптики обещают дождь. Воздух днем прогреется до 9 градусов, ночью похолодает до минус 2. Ветер западный 4,6 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба. Это был прогноз на пятницу. Оставайтесь с Первым областным. Наши партнеры. Клиника «Диксион». Забота, комфорт и качество – все в одном месте. Кредиты, потребительский кооператив, сберегательный союз. Сбережения под высокие проценты. Ставки до 10,8% годовых. Все сбережения застрахованы. Магазин «Проект Мебель». При покупке кухонного гарнитура, разделочной доски из искусственного камня в подарок. Мценск, Тургенева 110 и 137. Машиностроители 19. Весна – время обновить гардероб для всей семьи сразу. Планета одежда, обувь – ваш любимый семейный магазин. ТМК «Грин», Крамское шоссе, 23, цокольный этаж. Гипермаркет «Линия» на Караческом шоссе, 74, второй этаж. Михалицына, 5. Центр молекулярной диагностики. Приемлемые цены, высокое качество предоставляемых услуг. Действует постоянная система скидок. Бульвар Победы, 2, помещение 208. Вход со стороны улицы Октябрьской. Пусть эта пятница сулит вам только безоблачное будущее. До свидания. Достичь вершины в жизни удается не каждому. Вкус победы из 2006-го я перенес в настоящее. Мой дух, мое здоровье я укрепляю день за днем. А помогают мне в этом те, кто работает на результат, так же, как и я. Клиника «Диксион» на пути к новым победам. О,
Привет, Маша. Я вот тоже договор оформила. Так я тебе уже 2 года назад говорила об этом. Молодец, верный выбор сделал. Теперь деньги в правильном месте храню. Сберегательный союз. Ставка 10,8% годовых. Звоните 22-20-37. Успейте порадовать себя и свою вторую половину подарками от магазина «Проект Мебель». При покупке кухонного гарнитура в подарок незаменимый помощник для любой кухни – разделочные доски из искусственного камня. Акция действует до 30 апреля во всех салонах «Проект Мебель». Город Мценск, улица Тургенева, 110, 137 и машиностроителей, дом 19. Количество подарков ограничено. Весна намного ближе, чем кажется. Почему бы не начать уже сейчас к ней готовиться? Взять и обновить гардероб для всей семьи. Сразу, эффектно и экономно. Магазин «Планета одежда обувь» ждет вас. Куртки, обувь, сумки, джемпера, футболки, платья, аксессуары и не только. На все случаи жизни. Обновление товара 2 раза в неделю. «Планета одежда обувь» – ваш любимый семейный магазин. ТМК «Грин», Крамское шоссе, 23, цокольный этаж. Гипермаркет-линия на Карачевском шоссе, 74, второй этаж. Улица Михалицына, 5. Компания «Ритуал Сервис» принимает заказы на памятники из карельского гранита с бесплатным художественным оформлением. Подробности у менеджеров-консультантов в наших филиалах или по телефону 44 45 46. Адреса филиалов на сайте ritual-service57.rf. Предложение ограничено.